А еще надувные понтоны, спасательные линии и форму, в которой можно спуститься в ледяную воду. Чтобы владеть навыками на отлично, нужно тренироваться постоянно. Самая сложная часть учений – это оказание помощи без катера. Тогда спасателям приходится проделывать кроссы с 20-килограммовым тюком на спине. Я здесь! Помогите! В мешке – устройство спасения из ледяной полыньи, сокращенно УСЛП. Оно необходимо, если подойти близко к потерпевшему невозможно из-за тонкого льда. Надувной трап развертывается за 20 секунд. В этом спасателям помогает баллон со сжатым воздухом. Длина этого языка 10 метров, ширина 75 сантиметров. Теоретически он может выдержать нагрузку до 500 килограммов. Надутый трап подается в полынью с безопасного расстояния. Вот теперь спасатель может безопасно подойти к терпящему бедствие и помочь ему забраться на спасительный трап. Использование УСЛП не отменяет обязательную страховку. Напарник постоянно наготове. И это испытание пройдено на отлично. Потерпевший спасен.